Кто хочет пойти поискать новенький, мать его, мирок? Отлично! Посмотрите на эту крошку! Вы вообще догадались, что это не Земля? Да, потому что тут нет Африки! Проблемы белых людей, Морти. Давайте-ка заценим ее! О, я думал, она дальше. Похоже, маловато. Ладно, давайте проверим две остальные. Так, это побольше. Выглядит неплохо. Мам, пап, смотрите! Клубника в початке! Ого, ничего себе, зацените! Цветы в початке! Цветы и клубника в початках. Довольно круто. А это горы в початке? Боже мой! Корабль, милая! Полезайте в драный корабль, тут все в початках! Вся планета в початке! Бегом, бегом! Ладно, Бог любит троицу. Что у нас тут? Вроде неплохо. И ничего нет в початках. Не то чтобы это было так важно, но... Да нет, тут здорово! Похоже, вполне себе! Ого, смотрите, ребят, солнце встает! А, пап, сколько длится день на этой планете? Компьютер, сколько длится день на этой планете? 42 часа. Ну что ж, у нас есть два выбора. Потому что планета с початками исключается. Проголосуем. Официально подтверждено, что невзрачная планета под названием Земля, место, где раньше скрывался космический террорист и беглец Рик Санчес, только что стала 6048-й планетой, вступившей в Галактическую Федерацию. На этом прытком комке воды и грязи, откуда и происходит название планеты, доминирует 7-миллиардная произошедшая от приматов популяция, которая обожает спагетти и молится кенгуру. Спагетти, кенгуру. Надо бы заглянуть в это местечко. Это можно. За деталями обращайтесь в Министерство туризма. Подростки называют это... И это не то, о чем вы подумали. Что ты? Зачем ты это сделала? Драматический эффект. Доброе утро, семья! О, я чую бекон! Да, мы обнаружили вид маленьких свиней у берегов Новой Австралии в 25 метрах к востоку. Или в 250 метрах к западу! Мы бы поделились с тобой, но из-за нашего завтрака они все вымерли. Ну, я все равно хотел сходить на Южный полюс в небольшую экспедицию. Если понадоблюсь, крикните. Или бросьте что-нибудь с такой силой, чтобы оно облетело мир и врезалось в меня.